Здравствуйте, ребят, с вами Сергей. И вот я хочу вам поделиться своим новым проектом, который стоит уже, ну, несколько лет это точно. В деревне стоит на даче. Это СЗД. Где-то, наверное, 90 какого-то года машина была куплена под проект. С нее будет делаться снегоболотоход. На колесах низкого давления, но колеса будут это камера самолета. Состояние средняя машина, пробег маленький. Вот. Планируется на нее установка мотора Слифана, мотоблока 15 лошадей, вариатор Сафари на нее и, в принципе, колес низкого давления, тут камера. Вот такая вот машинка ждет своего времени. Сейчас, наверное, все растает, она вся вмерзла. И начну потихонечку сейчас собирать ее. Луаз почти я доделал, осталось по мелочи. И вот останется делать вот это. Вот у нее подкапотка. Вот он стоит там. Генератор лежит. Подрамник. Задний мост. Получается он с редуктором. Вот. Места, в принципе, я думаю, хватит для мотоблока, мотора. Вот этот подрамничек уберем. И, думаю, воткнем сюда. Здесь вообще стоял родной мотор Планета 3 с крыльчаткой охлаждения, тоже подобие вариатора. Вот. Но я думаю, будет он слабоват для этого. В машине у меня стоят уже, тут лежат вещи некоторые ненужные. Стоят сиденья с восьмерки, поставил я. Вот такая вот маленькая машинка получилось. В «Газель» заезжает вообще просто со свистом. Я ее привозил. Вот такая машинка. И под капотом у меня лежит спереди уже, точнее даже можно сказать, уже это багажник. Лежит, сейчас открою, заготовки. Вот они, диски лежат уже готовые. Ленты нарезанные лежат на колеса. Колеса уже там, сами камеры есть, самолет, я фотографии привожу. У меня на Drive 2 есть сам процесс, как я начинал все это собирать, фотографии. Так что подписывайтесь, наверное, не переключайтесь. Будет очень много интересного. Проект получится классный. Такая вот машина, правда, она по самой пороге заросла во льду. Вот. В принципе, в ближайшее время будет покупаться вариатор, мотор с мотоблока, все это укомпоновываться на подставки специальные, подрамнички. Все это будет сюда сращиваться, засовываться, и все в путь. Думаю, будет прикольно вообще такая машинка, будет считать целая машина, зачем изобретать велосипед, когда уже есть все готовое. В принципе, поставить только мотор помощней и колеса низкого давления, и вот тебе уже болотоход, не надо ничего варить, ни рам никаких, никаких кузовов придумывать, все остекленение полное, ее родное, все двери, все, ничего не надо придумывать. Так что подписывайтесь, не переключайтесь, будет много еще интересного. Всех бай, всем бай, до скорых встреч.